Мы продолжаем знакомство с партнерами «Магнита», и Артем Вяткин ответит на наши вопросы. Добрый день. Добрый день. Говоря о рынке, какие все-таки тенденции, да, на современном рынке, какие изменения вы можете отметить за последнее время? Происходит все большая консолидация рынка современной торговли. Сети укрупняются, растет современный формат. Гипермаркеты немного, к сожалению, теряют свои доли. Растут супермаркеты, растут мини-маркеты. Так как люди меняются, меняются тренды. Люди начинают экономить больше времени своего, поэтому они уже не готовы тратить на покупки много времени. Ритейл под это подстраивается, он меняет форматы своих магазинов. Ну, все в угоду покупателю, все понимают, что консюмер наш основной потребитель, и нужно сделать все, чтобы ему было удобно покупать продукцию. Ну и говоря вот об этих удобствах, как раз как изменились взаимоотношения с сетями для того, чтобы и компании было выгодно, да, и ритейлу? В этом же тренде мы, мне кажется, начинаем находить как раз-таки то зерно совместное, которое дает нам возможность двигаться дальше, и этим зерном является как раз-таки конечный потребитель. Мы понимаем, что только совместно мы можем его привлечь и получить, соответственно, те результаты, которые мы хотим в нашем партнерстве. И все наши действия сейчас направлены только на привлечение конечного потребителя к нашему продукту, к, соответственно, торговым сетям. Говоря вот о прошедшем, наверное, можно уже сказать, финансовый год, да, заканчивается. Какой кейс наиболее успешно был реализован в вашей компании? Не скажу, наверное, пока еще про успех, но если брать сеть «Магнит», то мы не так давно поставили фандоматы. Это для целях тренда экологии прием пластика, прием, соответственно, жести. И потребитель, который сдает это, он может получить скидку на наш продукт. Мы продолжили установку, и, соответственно, будут результаты, но будут, скорее всего, немножко позже. Скажите, ну а с вашей точки зрения, кто диктует этот тренд? Многие говорят об экологии сегодня. Вот кто все-таки, от кого идет инициатива? От потребителя или от самих продавцов? Мне кажется, это все совместный тренд, да, который диктует и потребитель, и диктуют продавцы. Просто все понимают важность. Об этом говорят все правительства. Все видят, как изменяется климат у нас, как меняется, соответственно, экологическая ситуация в стране. И этим озабочены абсолютно все, кто думает о будущем своем, о будущем своих детей. Поэтому это делают и потребители, и производители. Говоря о ситуации сейчас и немного забегая вперед, планы вашей компании, что реализуете сейчас, может быть, что-то не удалось и планируете продолжить в следующем году? Год еще не закончился, поэтому планы у нас очень амбициозные. Мы, конечно, хотим расти на рынке, хотим, чтобы рынок рос вместе с нами, хотим, чтобы наши партнеры росли вместе с нами, и мы вместе с ними, соответственно, тоже. Что бы вы спросили у «Магнита»? Скорее всего, что у нас будет на одной волне дальше в 2020 году уже. Спасибо большое. Я надеюсь, что все вопросы сегодня найдут ответы.